Одесі. Тут, скажімо, проведение культурной акции такого-то по такому-то, такому-то времени, как вы считаете, в этом есть потребность первоначально? Просто вот я решил, что нужно показать людям то, что происходило на Майдане, собрал работы семьи авторов, то есть девочки снимали любовь, мальчики снимали огонь, и с одной стороны мы хотели быть информативными в тех городах, куда приезжаем, то есть без какой-либо агитации, с другой стороны мы столкнулись с проблемой, что мы сами ничего не знаем про те города, куда приезжаем, поэтому есть идея приехать в Киев и сделать такую себе отчетную выставку для того, чтобы показать и рассказать, да, про то, что мы видели сами, и, соответственно, это может быть нас лучше познакомит раз потом. На нас стали выходить очень интересные люди, которые продолжают в регионах думать о том, как выйти из ситуации. Они предлагают очень интересные схемы, включая экономические проекты. И мы, соответственно, хотим воспользоваться этим уже как инструментом для того, чтобы донести до людей, которые действительно чего-то делают, и объединить их усилия. И сегодня вот у нас Одесса, это почти предпоследний город. Мы собираемся заехать в Кировоград, сделать еще выставку там и домой. Это Одесса, реакция самая разнообразная. То есть крайне неоднозначно, и мы, собственно говоря, никак и не планировали делать по этому поводу прогнозы. Я очень рад тому, что эти прогнозы, скажем так, и не сбываются. Люди реагируют по-разному, но они реагируют, это самое главное.